Всем здорово! Сегодня мы будем вскрывать вот эту посылочку, которая ко мне пришла. И здесь у нас должен быть... Вот что у нас тут должен быть. Это называется коробка. Так, здесь все у нас, смотри, прям запечатано. Так, а где у нас открыть-то можно с этой стороны? Давай, с этой стороны. Открываем. Здесь должен быть смартфон. Но какой смартфон? Собственно говоря, один из легендарных. Один из легендарной серии, я бы сказал. Запаян в пленочку, да, это он. И, что меня, знаете, сразу интересует, это то, что здесь вот, вот эта вот галочка есть. И это, собственно говоря, Redmi Note 9. Но, вы что думаете, мы сегодня ограничимся одной посылкой, что ли? Да, нет, хрена. У меня есть вторая посылка, которую мы тоже будем сегодня с вами вскрывать. И она у нас, собственно говоря... Тоже запаковано в ту же самую коробку, ты посмотри. Как интересно. Такая же абсолютно коробка. Пардон. Вот это я сильно. Нет. А, еще можно же с этой стороны. Советские ножницы, кто-то их там, я помню, в комментариях узнавал. И здесь у нас, собственно говоря, второй смартфон тоже есть в пленке. И это уже Redmi 9A. Тут у нас вообще ничего нету, NFC не поддерживает. Но вот, собственно говоря, вот эти два смартфона. Пишите в комментариях, какой будем обозревать первым и все такое. Ну, а сейчас, наверное, я не знаю, какой мы вообще будем первым открывать. Поэтому... Сейчас какой выберу, тут откроем. А я, короче, подумал и понял, что давайте предоставлю выбор вам. То есть, какую коробку мы будем открывать первыми, смотреть, собственно говоря, на эти смартфоны. Пишите в комментариях, я их, собственно говоря, подготовлю. И мы с вами, ну, тот комментарий, который будет больше всего за, допустим, там, Redmi 9A, его, собственно говоря, откроем в следующем ролике первыми. А потом уже вскроем Redmi Note 9 и посмотрим на эти смартфоны, сравним их, собственно говоря, как они, что там и так далее. Там, ну, понятно, что совсем разные классы, это вот прям совсем бюджетник, это средняя цена. Сегмент, и это причем Redmi Note 9 просто без S, без Pro версии и все остальное, просто потому что да зачем переплачивать, серьезно, нафига там, за какой-то Snapdragon, ну я не настолько дрочу, чтобы мне было прям это вот безумно важно, потому что у меня все-таки и есть чем пользоваться, и как бы, ну это будет такой второй телефон, и для опытов, экспериментов больше. Это я про Redmi Note 9. Redmi 9A, собственно говоря, это вообще будет интересно посмотреть на этот смартфон, что он умеет и все остальное. Достался он, кстати, мне вообще за 7000, поэтому это очень хорошо. Этот достался за 14, поэтому тоже хорошо. Пишите в комментариях, какой будем открывать первыми. Ну, а с вами был Тони Дизер. Все ссылки на социальные сети, как обычно, в описании. До новых встреч, совсем скоро увидимся. Пока!